I'm good. На нахуй, ёбаный дурак, бля. Ебать его в рот, нахуй. Лобовуха прямо под носом, Сань, перезвоню. Чуть тебя не задело. Фу, вообще. Слава богу. Войну там прямо как бы не объявляет, но объявляет бескомпромиссную борьбу, так сказать, на выживание. Тут вот на мед не помню, по этому поводу просто рассказывал. С другой стороны, Байден... Понятно, ой, просто... твою мать. Да ебать! Ебать!
Господи. Четко и бешеные лапки. Ой, еблан, блядь. Ох! Да ладно. Долбоеб, блядь. Да ладно. Что он сейчас делал? Еблан. Типа запрет у тебя. Ага. Вот больный. Может, она как с этим, так и с... Ну, он развивается пиздец, мы от него с одним встаем. Лет на 10. А как ты... О, звонок работает, будет. Там, на щитке отдельно сделаем. А там отдельный какой-то вывод, да, на щитке, Андрей? Ай, блядь! А! Да, Андрей, перезвоню. Окей, Гармин. Ебанутый. Ебаный в рот, блядь! Индивидуальный подход к каждому клиенту. Автобаза, город Белгород. Ёб твою мать! Да ну там получил, придурок, блядь. А вы за это, блин, скоро часу там? Не знаю. Thank you.
твою мать. А что случилось-то? Не знаю. Капец, подожди. Давай-то посмотрим. О боже мой. Там еще пассажир.